20 минут о стильном и красивом, что проявляет себя в любую погоду и при любых обстоятельствах. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте! Начнем с бьюти-идеи, и посвящена она сегодня уходу за волосами. Когда говорят, встречают по одежке, имеют в виду в том числе и правильную, адекватную, хорошую прическу. Из чего состоит эта правильность, узнаем прямо сейчас. Сегодня у нас по плану профессиональный уход за волосами, точнее за кожей головы. Называется Керасил Кривиталайз. Ну а сейчас подробнее, что это, зачем и как происходит, расскажет Анастасия Яковлева, мастер имидж-студии Елены Ивановой. Осень – это перепад температур в помещении отопления, на улице холодно, шапки. То есть это также влияет не только на волосы, но и на кожу головы. Процедура состоит из трех этапов. То есть мы наносим пилинг, очищаем. Во время очищения мы можем нанести какую-то уходовую процедуру по длине. Какие процессы запускаются в этот момент и чему способствуют? Омоложение клеток и, соответственно, мы стимулируем луковицы, стимулируется рост волос, избавление от перхоти, от сухости кожи головы. То есть все эти проблемы мы можем решить пилингом. Мы выполняем небольшой массаж. Так, мы смыли пилинг. Сейчас мы наносим пенку для восстановления pH. При нанесении пенки мы ее оставляем на 15 минут. По истечении этого времени мы смываем. Отдыхаем, расслабляемся. Сыворотку мы наносим и не смываем. Потом мы выполняем укладку. И сыворотка наша работает все это время, пока мы не помоем голову. Вот, казалось бы, работали только с кожей головы, а не с самим волосом, не с самим полотном. Но и, в принципе, сама длина выглядит как-то ухоженно и по-другому. А за последние несколько лет отношение к российским дизайнерам одежды поменялось кардинально. Сегодня их покупают, их носят и их демонстрируют. Как рождаются бренды и как они становятся известными, смотрите прямо сейчас. Мы сегодня в шоуруме российского бренда «Тарам», и рядом со мной основательница этого бренда Ирина. И мы сейчас попросим Ирину рассказать о компании и показать образцы коллекций. Началось, наверное, как и у всех многих дизайнеров, это с ничего не делания в декрете. Я решила, что надо чем-то заниматься, и пошла на курсы шитья, именно домашней одежды. Первыми клиентами моими стал мой племянник, мои родственники. Дальше поняла, что уже можно кого-то брать как клиентов. Пошел сейчас 4-й год моей работы. Как и у многих девочек, которые начинают шить на дому, это кухня, кухонный стол, швейная машинка бытовая, маленький ребенок рядом. Постепенно я сняла первое помещение, где работала уже одна, потом взяла помощницу, и на сегодняшний день мы расширились до более-менее таких больших масштабов. Первая модель, самая классическая, из пижам была вот такая вот. Это английский воротник с кантом. Один из самых популярных принтов – это у нас инжир. Девочки говорят, что видят его в других городах. Второй популярный принт – это у нас журавли на черном. Отшиваем мы из него платья, пижамы с коротким рукавом, с шортами. Пижамы классические с длинным рукавом и с брюками.
Было несколько случаев, когда я поняла, что нужно убирать у нас из пошива какие-то определенные виды тканей. Например, отшили какой-то принт в шелке на черном фоне, он потрескался, в носке он не универсальный. Нашла выход сделать именно те принты, которые трескались на шелке, сделать их в ниагаре. Клиентки часто у меня спрашивают, что же за ткань такая ниагара. Ниагара – это очень универсальная ткань, матовая, в отличие от шелка, совсем не блестит. Она более плотная, не электризуется, не мнется за счет своей печати. Отшив несколько сотен пижам, Ирина поняла, что пришло время для чего-то нового и более сложного. Так появились первые casual коллекции. Сначала были пижамы с воротником на стойке вот таким. А потом уже пришла идея, что можно отшить и платье. Я не шью массово, я шью индивидуально, и модели у меня разнообразные. Вот, например, этот вариант. Это у нас кроп-топ, укороченный, без обработки снизу, так стильно смотрится. И джоггеры. На сегодняшний день очень популярны у нас платья-комбинации. Платья-комбинации есть нескольких видов. Это когда классика полностью прямой крой. Также есть крой по косой. Вот такое вот пальто, очень в тренде клетка. Здесь у нас подклад идет, это шерстипон, теплый. Для тех, кто ездит на автомобиле, даже зимой, мне кажется, будет актуально. Долго я мечтала отшить жакеты, юбки вот в стиле Шанель из твида. Боялась с ним работать, потом поняла, что время пришло, нужно показать, что я могу, что умею. Вот красивый вот такой вот костюм у нас получился. На сегодняшний день у нас есть очень много идей по платьям, и не только. И в будущем линейка casual станет еще шире, будет разнообразный выбор. Медиарт. Утонченная классика. Медиарт. Безупречный силуэт. Женственность. Главный модный тренд. Медиарт. Это платье вашей мечты. Медиарт. Гарантия восторженных взглядов. Здравствуйте. Я приветствую вас в банкетном зале пиццерии «Перчик» в городе Челябинске. Банкетный зал есть в каждой нашей пиццерии. Некоторые из них рассчитаны на посадку до 20 человек, некоторые до 100 человек. Вместительность этого банкетного зала 100 персон. Цены у нас демократичные, выбор блюд разнообразный. У нас есть приятные бонусы для наших гостей. К примеру, напитки, фрукты, десерты вы можете принести с собой. Также мы готовим банкетные блюда на вынос. В нашей сети 9 банкетных площадок в разных городах области. В Челябинске, Златоусте, Снежинске, в Озерске и Кыштыме. Яркая девушка размера плюс сайз. Любишь свое тело и мечтала блистать на сцене и экранах ТВ? Прими участие в конкурсе красоты «Леди Мармелад». Получи полную перезагрузку и выиграй 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей! Подробности в группах «Леди Мармелад» конкурс. Набор участниц до 1 ноября. Приглашаем партнеров. Идеальная работа. Такой в природе не существует, скажут многие. А зря вы так считаете, скажут те, кто профессионально занимается подбором кадров. Какие деловые качества сегодня в большой цене, смотрите прямо сейчас.
Всего каких-то 20 лет назад многие и представить не могли, что работа может приносить удовольствие. Тогда вариантов найти работу по душе было, откровенно скажем, немного. Да и самого понятия «любимая работа» как такового не существовало. Выпускники школ шли учиться в местные вузы и техникумы, получали дипломы и далее по накатанной. Сегодня на первый план вышел интерес к работе. Важная тенденция, которую сейчас демонстрирует современное новое поколение. Разные есть нюансы. В основном это поколение, рожденное уже в конце 90-х, начало 2000-х. Они следуют за мотивацией. То есть они выбирают свою работу не по принципу «я должен работать», «я должен социально состояться». Они выбирают профессию по признаку «хочу» или признаку «интереса». Вот это самая сложная тенденция, с которой сейчас мало кто умеет справляться из работодателя. Эти молодые люди выбирают для себя комфортное и счастливое настоящее. Ведь 2/3 их жизни пройдет именно на работе, на любимой работе. Интересная профессия становится сродни хобби, задачи – приятным времяпрепровождением. А дополнительной мотивации и не нужно. Человек выбрал работу мечты. И хорош тот работодатель, который эту ситуацию попытался понять, принять и трансформировать на благо предприятия. Она есть изначально у всех. На самом деле можно хотеть бежать на работу мечты. Алла Пугачева однажды сказала: если ты встала утром и не можешь не петь, ты певица. То есть смысл: моя жизнь – это пение, выражать то, что я хочу через пение. Да? Или как великая балерина, мой кумир Екатерина Максимова говорила, что у меня все болит до того момента, как я выхожу на сцену. Как только я выхожу на сцену, я забываю сразу про всю боль, и я танцую спектакль. То есть у каждого, не только у великого художника, актера, писателя, есть вот этот огонь внутри своей задачи, которую он может нести. Этот огонь внутри нас создает движение, желание жить и двигаться вперед. Вот так вот внутри бабочки начинали шебуршать, когда он говорил про работу мечты. Если там, где вы работаете, нет у вас бабочек, нужно срочно с этим разбираться. Психологи и бизнес-коучи сегодня много говорят о хобби, как о составляющей успеха и счастья. Хобби может приносить вдохновение и дать силы ходить на работу, либо оно может приносить доход, само превратившись в работу. Всегда говорят: а что вот выбрать? Я хочу пойти делать то, что я хочу, но там я не умею зарабатывать, или вот я работаю уже, там, стал финансистом, потому что так хотели родители, там, я умею, у меня большая зарплата, но нет вдохновения. Рекомендую совмещать. Скажите себе, что вы сдаете себя просто в аренду. Вот сейчас вы свои умения, знания, опыт вот сюда, в этой компании, сдаете в аренду. А вот здесь вы начинаете развивать свое творчество. И какое-то время вы это можете совмещать, может быть, даже годы. Постепенно, пока не начнете укрепляться в том, что вы делаете. А может быть, вы и так и всю жизнь выберете, но здесь у вас будет отдушина, где вы дышите и можете спокойно развиваться, а здесь вы вкладываете в работу. Поэтому не надо делать резких решений, заявлений, можно компромиссно ходить и двигаться в двух плоскостях. Чтобы найти свое призвание, достаточно обратиться к прошлому. Самый правильный путь – вспомнить, что вам нравилось в детстве. В детстве мы никогда не ошибаемся, потому что у ребенка еще нет вот этого социального давления, что престижно, что модно, что нет, и он двигается по своей душе. Если вам нравилось заниматься авиамоделированием, стройте сейчас яхты, друзья. Если нравилось танцевать, пожалуйста, тоже не идите за модой, выбирайте свои движения. Отыскать свое «я», поверить в свое дело и не позволять никому ставить под сомнение свои мечты – наша главная обязанность перед самим собой. Очень часто просто это обесценивается. Мы обесцениваем сами себя, свои качества, когда мы позволяем людям говорить, что «нет, неправильно ты чувствуешь, вот так правильно». И когда мы думаем: «да, действительно, как-то что-то не то, наверное». Мы обесценивали раз, мы обесценивали два, обесценивали когда-то, может быть, неосознанно, неявно, родители, учителя, работодатели. И вот это живое существо внутри нас, горящая душа, творческая там женщина, творческий мужчина, мы закрыли в шкаф и убрали. И сказали: нет, мы не можем, потому что у нас есть сейчас обязательства, деньги, и я буду делать как правильно, а не как я хочу. Задача потихоньку открыть этот шкаф, достать эту творческую душу. И когда нарабатывается сила быть устойчивым в том, что тебе говорят, когда он идет за своим огнем и не боится –
его сохранить и быть устойчивым, не позволить никому его загасить. Тогда получаются вот эти горящие глаза. Это Beauty Time, программа о красивой жизни и ухоженной внешности. Продолжаем выпуск. Инъекционная косметология. Как бы к ней ни относились противники, это направление очень популярно и востребовано. И причин тому я вижу две. Во-первых, это относительно быстрый эффект от процедур, а во-вторых, опять же, относительная их доступность. В этом видео наша попытка систематизировать все виды инъекционной косметологии, а для того, чтобы вы потом могли задавать правильные вопросы своему врачу-косметологу, ну и в принципе для того, чтобы вы могли найти самого лучшего для себя специалиста, которому вы можете доверить свое здоровье и красоту. Инъекционные методики можно условно разделить на две группы – лечебные и маскирующие. Первые работают на улучшение качества кожи, повышение эластичности и упругости, а также укрепление сосудов. К ним относятся мезотерапия, плазмолифтинг, биоревитализация. Биоревитализация – это насыщение, введение определенных растворов в разные слои кожи. Для чего нам нужна биоревитализация? Для того, чтобы насытить ткани, межклеточное пространство, увлажнить. Биоревитализацию можно делать с помощью лазера, с помощью микротоков, ультразвука, химическая есть биоревитализация. Биоревитализанты, то есть препараты, которые вводятся инъекционно, могут иметь различные составы. Помимо гиалуроновой кислоты, туда могут входить витамины, аминокислоты и пептиды. Это кирпичики нашей кожи составляющие, и они опять-таки находятся в гиалуроновом, грубо говоря, коктейле, да. Но гиалуроночка – это опять-таки низкомолекулярная, она является как проводником. Препарат есть ДМАЭ, диметиламиноэтанол, вещество, которое содержится в нашем головном мозге и в некоторых лососевых рыбах. Препарат очень хорошо действует на свободные радикалы, он антиоксидантное действие у него мощнейшее, моментальный лифтинг-эффект. Очень сложные процессы в нашей коже, которые присутствуют, они запускаются вот этим препаратом, полидиоксирин, ребонуклеотидными комплексами. И если эти сложные соединения работают над качеством кожи, то популярные филлеры, с помощью которых косметологи создают различные объемы на лице, высокие скулы, острый подбородок, объемные губы – это так называемые камуфлирующие методики. Мы закамуфлировали, мы сделали скулы, мы сделали подбородок, а широкие черные поры, да, вот забитые все, они неровные текстура лица, купероза тоничная, да, вот это вот никуда не денется. Сначала нужно наполнить кожу, восстановить, опять ей дать регенеративные все эти, запустить процессы, и потом уже сделать минимальные какие-то дозировки. Сами по себе уже филлеры требуют не такого большого введения. То есть уменьшается количество введенного филлера в ту или иную зону, потому что мы уже поставили жировые пакеты немножко на место, мы уже наполнили ткани, уже воссоздали, эффект объема появился, потому что идет напитывание, пропитывание ткани и идет вся жизнь. Где вода, там жизнь. Еще одна популярная инъекционная тема – ботулинотерапия. Препараты ботулотоксины или нейропротеины, как их сейчас называют, разглаживают морщины путем расслабления мышечных тканей. В своем классическом варианте методика не работает над качеством кожи, но изобретенная позднее техника введения, получившая название мезоботокс, стала самостоятельным направлением инъекционной косметологии. В данной ситуации, когда мы вводим пептиды с миорелаксирующим эффектом, они имеют, конечно, накопительный эффект, не такой, как ботулотоксин. Пептидные комплексы, пептиды, которые воздействуют на мышечные волокна, на ацетилхолиновые волокна и дают релаксацию в разных ситуациях, на разные зоны и участки, в зависимости от залегания глубины кратера морщин, мы производим эти процедуры. Суть инъекционных методик – доставка различных компонентов в глубокие слои кожи с помощью уколов. Альтернативой такому способу является аппаратная доставка под давлением или механическая с помощью мезороллеров.
Это уникальные роллеры, разработанные. Они все имеют медицинские сертификаты. То есть это медицинское изделие. Сразу перед пациентом, перед процедурой одевается новая насадка и обработка идет. К ним разработаны специальные растворы. После этих процедур эффект наступает сразу на следующий день. Очень популярная технология. Как в Европе на сегодняшний день, так и в России она набирает прям обороты. Эстетическая медицина не стоит на месте. Новинки возникают постоянно, но наряду с этим прекрасно работают и проверенные годами методики. Универсального рецепта красоты не существует, в медицине все индивидуально. А главное – две вещи. Во-первых, не ставить самому себе диагноз, а во-вторых, узнать как можно больше о том специалисте, кому вы решили доверить свое здоровье и красоту. Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем YouTube-канале. Заходите, обязательно подписывайтесь, ну и поддерживайте нас лайками и комментариями. А на этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом Я».